Вот так же, да? Видно будет. Исполняя сокровища благих, еженепадателю приди селися вны, и очисти нас всякие скверны, и спаси блажи души наша. Благослови, благослови. Читать нас Евангелие, да? Толкование. Не понять влево, вправо. Вот дальше уже. Евангелие от Марка, глава 1, стих 14-15. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Толкование Блаженного Феофилакта. Услышав, что Иоанн предан темницу, Иисус удаляется в Галилею, дабы и нам показать, что не должно самим вдаваться в искушение, а избегать их. Когда же впадем в темницу? Христос проповедует, по-видимому, одно и то же с Иоанном. Как-то покайтесь и приблизилось Царствие Божие. Но на самом деле не одно и то же. Иоанн говорит, покайтесь тем, чтобы отклониться от грехов. А Христос говорит, покайтесь тем, чтобы отстали от буквы закона. Почему и присовокуплено? Веруйте в Евангелие, ибо тот, кто хочет веровать по Евангелию, уже упразднил закон. Господь сказывает, что исполнилось время закона. Доселе, говорит, закон был в действии, а отныне настает Царствие Божие. Жизнь по Евангелию – это жизнь справедливая, представляется Царством Небесным. Ибо, когда видишь, что живущий по Евангелию ведет себя почти как бесплотный, как не скажешь, что он имеет уже Царствие Небесное, где нет ни пищи, ни питья, хотя оно, кажется, еще и далеко. На стих ставки. Комментарий. Эта фраза «веровать по Евангелию» есть знамение, единственный девиз детей Божьих во все века Церкви. Кирилл Иерусалимский даже свои архиерейские слова просил свою пасту проверять Словом Божьим. Если слова мои не сходятся с Библией, то не верьте и мне. Эти слова может сказать только тот, кто знает Библию очень и очень хорошо, как отче наш. И пасту свою всегда учит по Библии. И овцы на этой злачной пашете могут отличать голос пастыря от голоса наемника. За последние 1500 лет кто из святых в православии произнес эти слова еще хотя бы раз. Иоанн Златоуст постоянно подчеркивал необходимость изучения Библии, чтобы быть христианином. Господи, помилуй, благословен. Так, дай-ка мне все. Вот это... Я хочу сказать сейчас... напомню слова немножко, выдержки с Евангелия, если, например... Иоанна 5:39, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. А мне с большой буквы говорил Иисус Христос. 1 Тимофея 4:16, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушаешь себя. Иоанна 3:18, верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Иисуса Христа. Так, ссылаясь на эти слова, то есть мы видим, что, ну, поскольку говорит, что вера – это дар Божий, а нужно еще не просто иметь веру, но и уверовать, то есть уверование здесь говорится. Потом также говорит, исследовать Писание, то есть если книжники, почему они предали Господа из зависти, но они же были учителя, то есть они знали закон,
Вот, но, видать, до конца не исследовали. То есть, а Господь нам заповедал именно исследовать Евангелие, исследовать Писание. И как бы ссылаясь на эти слова, вот в последнее время я стараюсь как бы, ну, углубляться, скажем так, на каком-то слове. У меня иногда Господь как бы дает благодать и задерживает свое внимание, и как будто вот что-то открывается. Я вот сейчас вспомню, как Игнатий Тихонович говорил, когда он говорит на молитве, вдруг у него как строка высвечивается в уме, и он иногда записывает, и вот эта первая строка, первая тема, она потом как бы начало последующего стиха. То есть у меня первая строчка высветилась, и уже потом у него стихотворение. Также у меня, как будто я отхожу, думаю над Евангелием, размышляю что-то, но также прошу, поскольку мы Господь послал проповедовать, да, если говорит проповедовать все твари, то есть мы должны благовествовать, и тоже прошу Бога Господи, когда нужно задавать себе вопросы. Что сказать, кому сказать, когда и как сказать, и прошу, чтобы Господь дал эту благодать свою, да, и разум, что, когда, кому и как сказать. И вот поэтому у меня тоже иногда бывает такое, как у нас Тихонович, высвечивается какая-то строка, скажем, ну вот у меня в основном последние строки, и они берутся из Евангелия. Но это я потом понимаю, потому что, вот, например, на днях буквально я тут, конечно, Евангелие читала, но у меня высветилась вот строка. Буква убивает, а дух животворит. И вчера, значит, посмотрела, оказывается, вот здесь прям, сейчас мы читаем Блаженного Фефилафа, на толковании говорит, что покайтесь. Христос говорил, для чего? Чтобы отстали от буквы закона. То есть вот именно вот это я удивилась. А мне ведь высветила строка, буква убивает, а дух животворит. И здесь как раз он говорит, что такое буква закона. Я вот хочу немножко разобрать как бы эту вот тему. Значит, 2 Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. То есть, оказывается, эти дословные слова есть в Евангелии. Вот почему как бы я сейчас основываюсь на Евангелии и делала, ну, как бы называла стихи, то есть исследуйте Евангелие, то есть обращаюсь почему к Евангелию. Это, ну, как будто, как бы она основа для нас, да, учение Иисуса Христа. Ну, я хочу вот разобрать, что такое буква, когда она убивает, а когда дух животворит. Ну, я немножко, конечно, буду говорить не от себя, не своими словами, а посмотрела то, что говорят святые отцы, скажем, тот же Блаженный Феофилак, Иоанн Златоуст, Василий Великий и другие. Вот, и как бы сейчас своими словами немножко, да, потому что все, там информации очень много у них, у святых, да. Но мы, как православные христиане, мы не как сектанты. Сектанты, они, конечно, иконы почитают, святых не почитают, поэтому они на святых отцов ссылку не делают. А мы отличаемся как бы тем, что мы ссылаемся на учение святых отцов. Почему? Потому что они вместе с заповедным Евангелием. Потому что Господь поставил и учителей нам дал. Вот, поэтому мы их и слушаем. Поскольку Ветхий Завет был только тенью будущих благ, а закон был детоводителем ко Христу, вот. Поэтому я как бы такой сейчас буду проводить аналогию, почему, думаю, многие, ну, ты в моей жизни случалось, так встречала, отрицать Ветхий Завет, сами как бы, ну, скорее всего, от незнания, от невежества нашего. Вот. А Ветхий отрицать никак нельзя, потому что, вот опять как повторюсь, он был всего лишь тенью будущего благ, и Ветхий Новый Завет понять никак нельзя без Ветхого. Потому что все многое в Новом Завете, когда мы читаем, да, там есть ссылки именно на Ветхий. Если бы не было Ветхого, откуда мы что узнали? Тем более, что раньше жили пророки, они пророчествовали все о Иисусе Христе. Вот, все эти пророчества, то есть опять были записаны в Ветхом Завете. Последний пророк Иоанн Предтеча, вот здесь мы видим, да? И что такое, значит, буква убивает? Когда Господь дал своему избранному народу, израильскому иудеям, через избранного пророка Моисея, да, он дал закон. То есть были даны заповеди, на скрижалях написано 10 заповедей. То есть Господь написал, как незримая рука написала Господня, да, эти заповеди. И вот Моисей принес их к народу, как бы возвестил, что вот эти заповеди даны Богом, и их следовало исполнять. Но, значит, закон тогда стал познаваться, точнее, грех стал познаваться через закон. Потому что не было бы заповедей, не было закона, как бы мы познали грех, да? Ну, любой человек. И вот там пример, если, например,
да и при Иисусе Христе было сказано такое. Если поймали, женщину привели, ну, застали за грехом прелюбодеяния, да, то закон повелел ее побить камнями. То есть это как бы смертный грех, и он нес смерть. Хочу сказать, получается, что вот эта буква закона, то есть буквы, вот эти писания, ну, на скрижах, которые написаны эти буквы, они как бы вот и приносили по факту смерть. Хотя, говорит, сам закон был, и несмотря на то, что он дан Богом, что он духовен закон, но не сам закон не давал духа, не Моисей, пророк не мог дать духа. Вот. А дальше, если мы смотрим, а что такое, а дух животворит, тогда кто же мог дать духа? Но вот как раз это мы видим из Нового Завета. Сейчас я тут хочу вернуться, провести такую параллель. Например, Иисус Христос, мы знаем, как, значит, он, Иоанн Пресвитчик, мы читали, когда пришел к крещению, Иоанн Пресвитчик был, конечно, предсказан, на кого сойдет Дух Святой в виде голуба, тот и есть, то он имеет в виду пророк с большой буквы. И когда Иисус, когда Иоанн Пресвитчик во время крещения увидел, что Дух Святой в виде голуба сошел на Иисуса Христа, он как раз возлетел. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть это тот самый Агнец, скажем, с большой буквы в Новом Завете. Он как раз был тем Агнецом, скажем, о котором пророчествуют все пророки. А вот в Ветхом Завете жертвы за грех приносили тоже иудеи, да? Ну, чтобы за умерщвление всего народа, как бы за грехи народа, заколали тоже Агнца, да? Без порока обязательно, чтобы был он непорочный. Вот. И как раз вот этот заколотый Агнец, он указывал на Иисуса Христа. Вот, и поэтому нам Ветхий необходим, чтобы понять, ну, для чего заколался Агнец в Ветхом, для того, чтобы понять, что Иисус Христос, он именно тот самый Агнец с большой буквы. И если, например, как Господь говорит, вы есть Боги, Боги, и с маленькой буквы, но он есть Бог с большой буквы. И так как были пророки, пророки в Ветхом Завете, сколько бы их ни было, но они были пророки с маленькой буквы, потому что они были люди, и у них был первородный грех, который вошел в смерть через грехопадение Адама и Евы, да? Первородный грех, он передавался от рода в род к всему человечеству. И пророки, несмотря на то, что они жили праведно и угождали Богу, да, своей праведностью, но первородный грех на них был. Также он был на Иоанне Предтече, это первородный грех, но на Иисусе Христе его не было, потому что он совершенный Бог и совершенный человек. Вот. И, естественно, что значит он бессемный, но это немножко отклонилось. Я провожу параллель вот, между сравнивать. Теперь то же самое, скажем, обрезание в Ветхом Завете, оно указывало на это как бы прообраз обрезания, то, которое было, будет в Новом Завете. Вот. Если, значит, закон раньше повелевал в Ветхом Завете обрезать, делать обрезание части плоти, вот, то есть, ну, как бы это указывало, или как бы это было знак того, что они исполняют закон. Поэтому они обрезали плоть. А в Новом Завете обрезание уже, ну, там получается обрезание, оно как бы не давало духа, и оно вот именно как по букве, как бы смерть давало, скажем, что ли, так вот пояснить, да? А в Новом Завете это обрезание уже духовное. Оно через Иисуса Христа идет, и Он именно мог дать Духа Святаго. Это мы сейчас видим, например, из слов Иоанна, 6 глава, 63 стих, Господь сказал: «Слова, которые я говорю, суть, дух и жизнь». То есть здесь опять именно слова, то есть как Господь подчеркивает, что Он есть дух и Он есть жизнь. И, как, и также в другом Иоанна, 14 глава, 6 стих, Он говорит: «Ас есть путь и истинный живот», то есть жизнь. Я по-церковно-славянски все привыкла, всегда говорю «живот». Ну, что значит это? Церковно-славянский-то у нас на слуху. То есть Господь говорит, раз Он истина, раз Он, значит, Дух, но мы видим, что Бог Отец во время крещения как раз дал Дух Святаго в виде голубя, мы это видим. Это показано для чего, когда мы читали Евангелие, немножко забегаю, да? Здесь показано, что раз в крещение пришел Господь на крещение, Дух дал Святой, то и нам, уверовавшим, значит, будет даваться тоже Дух Святой через крещение. Но здесь, значит, хочу немножко такую параллель, что если в Ветхом Завете опять как бы буква убивала, хотя хочу сказать, что и в Новом Завете, если, скажем, взять атеист, он будет читать, или любой неверующий Евангелие, и будет понимать все духовно, без веры, без уверования, то его тоже как бы эта буква может убить.
он должен принимать вот это Евангелие именно духовно. Вот. А Евангелие, оно как бы там два смысла. Есть прямой смысл, как, например, если о заповедях там сказано, есть заповеди, мы их принимаем, ну, прям вот так написано, так мы их принимаем. Их нельзя по-другому понять, иносказательно как-то, да? А вот нет, другие места, их нужно понимать именно духовно. Как, например, сейчас возьму два места. Когда вот в Гефсиманском саду Иисус Христа и пришел, но он был когда еще в саду с учениками, да, и пришел Иуда предать его стражники, ну, войско, которое с собой пригнал, да, вот в это время. И пришел же там слуга первосвященника Малх был. И когда Господь сказал, возьми меч, то один из учеников отсек ухо этому первосвященческому рабу Малху, то есть получается, что ученик буквально понял слова Христа. То есть он, Господь говорит, возьми меч, он вынул меч и отсек ухо, но Господь говорит, довольно, по-моему, да, он так сказал, сейчас точно не помню, по-моему, ну, то есть он как бы воспретил, что не нужно этого сейчас делать, да, и он дотронулся до раба, до уха его, да, исцелил. То есть он показывает, что не надо было этого делать. То есть меч мы понимаем здесь духовно, ну, как духовный меч, это Евангелие, Слово Божие, учение Божие. То есть, как там еще в Евангелии место такое есть, дословно, конечно, не помню, но что такое меч, это Слово Божие, которое острее меча обоюдоострого, которое разделяет намерения и помышления сердечные. Ну, что-то такое, да? Вот. Здесь это место, то есть понимать не буквально. Но сейчас вернусь к тому, что значит буква убивала, она как бы в Ветхом Завете, хотя и в Новом может также убивать, если мы без уверения, без Святого Духа, да? А как без Святого Духа? Мы сейчас говорим, как это в Новом Завете, вот Дух оживотворяет, что это такое? Сейчас я немножко здесь зачитаю. Дух, еще раз повторюсь, это учение Господа, то есть Евангелие животворит. Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, то есть не буквы, но Духа. То есть обрезание духовное, это истина, значит происходит отсечение не части, плохо тела, как вот в Ветхом было, да, а отсечение греха. А вот отсечение греха, сейчас потом вернусь к этому месту, значит, мы получается так, что Иисус Христос есть податель жизни. Евангелие Римляна, 8 глава, 11 стих. Если Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. То есть здесь получается как? Бог Отец. Так же, например, другое место, если взять причастие, где Господь говорит, если не будете есть тело человеческое, да, и не пить крови, здесь понимается наоборот, тоже не буквально, а именно духовно. Когда мы, например, вот в своих таинствах причащаемся, да, тело и крови, но мы причащаемся, в причастии нам подается хлеб и вино, но они причисляются, мы веруем, что Духом Святым мы причащаемся именно плоти, именно крови. И мы так веруем. Почему? Потому что в Евангелии там есть место, где написано, кто будет принимать без рассуждения, тот будет повинен против плоти и крови, да? Вот. То есть это я хочу сказать, когда буква убивает, когда Дух животворит. То есть вот еще раз вернемся к крещению. Что нам дает? Оно дает всякому принявшему ему, уверовавшего в Спаситель, как своего личного искупителя, да, дает силу на последующее как бы преодоление ну, искушений в этом мире, да, от плоти, от сатаны, ну и от мира, да, потому что у нас, пока человек в этой жизни еще, ну, скажем, не умер по плоти, еще мы живем, да, до суда, то искушения у нас будут, и мы должны их преодолевать, а в крещении мы обещаем Богу жить, ну, доброй совестью. Раз мы очистили, все грехи нам Господь простил, и наши личные, которые мы, как говорится, сделали, согрешили от рождения, да, или там, скажем, от 7-летнего возраста, сколько мы нагрешили, и первородный грех здесь прощается, то потом уже, вот именно, кажется, с помощью благодати силы Божией, мы будем заповеди, они помогают нам исполнять. Но мы должны понимать, что именно силой Божией мы их исполняем, и за это благодарить Бога. Вот. И мы это, наверное, чувствуем, да, что как мы до крещения ходили,
вроде исповедуешься, причащаешься, а страсть никуда не уходит, грех остается, как сейчас многие, почему говорят это духовно мертвый, ты, знаете, еще об этом заостряет момент, и я теперь начинаю немножко понимать, что это значит, что у нас сейчас те, которые неправильно крещенные, как Евангелие смерти Господь говорит, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Тут о чем говорится-то мертвые? Ну как они могут? То есть те же люди, которые живые по телу, но получается духовно они мертвые. А как они духовно мертвы? Ну потому что они не уверовали, опять я вернусь в Евангелие, да, не уверовали, что Иисус Христос их Спаситель. Ну может не слышали, может не знали. Не уверовали, значит они вот и как раз мертвые по духу. Почему? Потому что они согрешают, а именно грех он приносит смерть душе. Вот. И чтобы мы не были мертвыми, нам нужно как раз противостоять греху, бороться с грехом, потому что он дает, несет нам смерть. И раз мы приобрели, значит, прощение уже грехов, мы должны за это благодарить Богу, слава тебе, Господи. И если мы живем уже как бы воскресли духовно, мы должны это сохранить в этой жизни. И переходя в другую жизнь, будущую вечную, умирая по телу, если мы сохраним духовно, то у нас уже надежда есть на спасение. Вот я к чему хочу сказать. А то, что искушение у нас, как и мы потом вот читаем, и дальше будем читать, что Иисус Христос, значит, после крещения он был введен духом в пустыню, ну, там, что были у него искушения, также были они у нас. Мы это тоже познаем, что враг-то он хитрый. Пока мы грешим, он как бы не трогает нас, да, до поры до времени. А уж если ты принял на крещение, очистился, осветился, вот он нападает более удвоенной, скажем, силой, да, или там, с такой силой, что он как бы, жертва вырвался, забыл руку, и он хочет себе ее вернуть, и он толкает на всякий грех, и использует всякие, причем, что интересно, я заметила, он использует, опять-таки, поскольку он дух умный и мудрый, он использует именно Евангелие, Псалтырь, как и вот Иисус Христа, мы потом читали, да, уже несколько раз потом вернемся, искушал в пустыне-то. Он ведь именно опирался, используя псалмы, писания-то были, он тоже хитро, почему он подобляется свету и сказано, что Антихрист придет, он выдаст себя за Бога, то есть вступает как Бог, да, всегда хочет занять его место. И поэтому у нас тоже многие люди, мы иногда искушаемся. Даже бывает такое, что нам кажется, что это все от Бога, потому что он как является в образе света, да? Уподобляется свету, выдает себя за свет. Вот. У меня такой похожий случай, например, был вот на вечерний. Пришла, думаю, ну все, казалось бы, хорошо, спокойно стоишь. Но вот эта, которая женщина все говорила, мне Николаевна много разговаривала, ее в этот момент не было, думаю, какая красота. Она не разговаривает, думаю, искушения от нее не будет. Ну, стою, молюсь себе. И вдруг не тут-то было, те бабульки, которые раньше, казалось бы, не разговаривали, вдруг одна из них начала петь. Она вроде тихонько поет себе под нос, но у меня слух хороший, я все слышу. Думаю, ну надо же, враг не дремлет. Нет, говорю, не то. Так он нашел другой, подошел другой. И что интересно, я почему хочу сказать, почему Станас хитрый? Он ведь не использует нас иногда через явные грехи, через зло, а он именно через добро. Он не с левой стороны, а иногда с правой заходит, как святые говорили, да? И вроде бы он внушил ей, молитва, она же молится, а что ж такого-то, если она молится-то? Вот, говорю, у меня искушение, теперь что же делать-то? Сделал замечание, слух говорит, не имею права, я в храме. Уйти, не уйдешь, говорю, если я сейчас уйду, так я каждый раз буду бегать. Как бы я поддаюсь врагу, думаю, нет, как надо мудро поступить. Думаю, чтобы она не согрешала, надо обличить. А как обличить? Ну, думаю, ладно, помолился, ангел, может, уразумел. Не знаю, у меня так интересно, что я подхожу, записку пишу. Ты в храме не одна. Дала ей молча, она прочитала, видать, поняла и замолчала. Я думаю, какая красота. Она молчит, исправилась, и мы все молчим, и нам легче. То есть уже каждый сам молится. А потом мы из храма, когда вышли, я говорю, ты поняла, что я тебе написала-то? Она поняла, но причем, что интересно, начала тут же оправдываться. Вот я замечаю, когда человек согрешает, начинаешь обличать, обязательно оправдывается. Она говорит, ну священники же говорят, то есть она начала священником прикрываться. Как говорю, Адам, когда ссылался на Еву, Ева на змея, то есть мы обязательно оправдываемся и на кого-то ссылаемся. Так она, во-первых, оправдывается, во-вторых, на священника ссылать, якобы это разрешено. А я ей говорю, так где разрешено-то? Если мы все будем петь, и что будет? Для чего же хор-то нам дат? Пусть хор поет, чтобы все было благопристойно, благовейно, чтобы никому не мешали. Ты же, говорю, не одна. Представьте, если я запою, говорю, вы все сбежите тогда. Вот, все же мы разные. Господи, благослови.
Так, вот хочу сказать, что сегодня мы затронули тему «Буква убивает, дух животворит», да? Я помолилась, Господь как бы дал свою благодать, и я, значит, проговорила, скажем, первую часть, да? Но вдруг у нас аппаратура отключается, но я не придала значения и продолжаю эту тему развивать дальше. И говорю опять, скажем, первые там 19 минут, наверное, запись была сделана, вторые 19 минут опять я продолжаю говорить, запись не делается. Вот. Потом, получается, я увидела, что видеосъемки нету, и мы с тобой поговорили и рассуждали. А мы как раз говорили о том, что как Господь дает благодать, и как, если я его силу благодати говорила, то есть продолжала говорить, вот развивая эту тему, да, вроде бы у меня все, что я сказала, и места с Евангелия приводила по памяти, да, и все как бы понятно было, да, и без запинок, и без всего я рассказала, да, но потом, когда мы хотели повторно сделать запись и продолжить то, что я говорила, и то, что не записала съемка, но сложно ведь повторить, и тем более я же не знаю, на каком моменте, на каком фрагменте я, скажем, закончила свою речь-то. Мы попытались, точнее, я попыталась продолжить ее. Конечно, уже, я так понимаю, Господь меня вразумел, уже не дал в этот раз, скажем, ту силу благодать, чтобы видно было воочию, что когда Господь дает силу благодать, оно как бы... Легко. Ну, чинно и легко, и Господь помогает. А когда он отнимает, чтобы вот сравнить, да, то я начинаю сама, я чувствую, я начинаю запинаться, я что-то забываюсь, я вроде повторяюсь, путаюсь, и не могу сказать. И смущение. Ну, непонятно, что-то я сказала, что не сказала. То есть повторить уже сложно. Вот. И решила, значит, я дальше не продолжать на эту тему, а скажу другое совсем. Например, когда вчера... Мы, значит, читаем с тобой акафисты по соглашению. Я, например, читаю их уже 4 года. Будет как раз вот как строгий пост начала читать, будет 4 года. Ну, я слышала об этом давно и ранее читали. Например, опять ссылаясь на Евангелие, Господь говорит, где двое-трое собрались во имя Мое, там и я посреди вас. Поэтому ничего здесь плохого в этом нету. Я считаю, что наоборот хорошо, раз мы согласились, мы решили. Я, например, читаю, значит, понедельник ангел-хранителю. Значит, четверг Святитель Николай мы читаем с тобой, да? В субботу Великомученик Целитель Пантелеимон мы читаем. А в воскресенье Матерь Божия, покров, да, Пресвятой Богородицы. То есть у нас икон, там, по-моему, у меня книга была, и Матерь Божия у нас одна, но икон там 1000 с лишним. Там понятно, что икон много, акафист много, каждый икон свой акафист. У меня есть акафистники, я их читаю. Я думаю, православные многие читают, многие знают, многие любят это. И я тоже понимаю, что... Ну, я, например, по себе заметила и вчера сделала такое открытие. Что интересно, во время чтения акафиста я поняла одну мысль простую. Как вот опять сделала ссылку на Игнатия Тихоновича. Он к чему постоянно призывает? Он призывает нас к тому, как и вот Иисус Христос говорил. Исследовать Писание, он 5.39 там и так далее. И как же, и также говорил... 12.48 Иоанна, то есть мы судиться будем по Евангелию, и опять Марка 1.15, исполнится время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть, если сам Господь призывал нас, Иисус Христос непосредственно обращал внимание, что Евангелие мы должны изучать, Писание мы должны изучать, почему книжечки фарисеи-то, значит, передали Иисуса Христа по записи, понятно, но они почему не исследовали Писание до конца, поэтому... А Господь говорит, исследуйте. Мы почему и должны? Потому что через Него мы спасаемся. Оно нам дано для уверования. Потому что опять вернусь, как написано Римлянам 10, вера от слышания, слышания от Слова Божия. То есть опять мы вертаемся к Евангелию, к Библии. И Игнатий Тихонович нас опять к этому возвращает. Всякий раз. Почему? К тому, чтобы мы изучали его. И это было настольной нашей книгой. Потому что через это мы и закон будем знать, да, и спасаться через это будем, и уверовать через это, и душа воскресает именно через это. Вот. А когда я читала акафист, я поняла, что через акафист душа не воскресает.
Акафист дает что? Дает он навык. Я, например, читаю по соглашению уже, вот говорю, проговорюсь опять, 4 кода. Вот. И поняла просто одну простую вещь, что эти акафисты читают многие, православные, я скажу, я многие знаю, которые ходят в храм. И, как говорится, и часто причащаются, исповедуются, и я по себе знаю, я такая была, 26 лет ходила, исповедовалась, причащалась, но поскольку полного погружения не было, грех первородный оставался, страсти, значит, были, и силы борьбы с грехом не было, получается, мы еще в грехах были, мы ходим к причастию, получается, в осуждении, как я думаю, сейчас и многие так же, если у них неправильное, неполное погружение нету, крещения нету, они-то думают, что они крещены, и ходят...